Опять Лего! Дима, пора ложиться спать. Заканчивай играть. Ну вот, Эмит, пора ложиться спать. Спокойной ночи, Эмит. Спокойной ночи, мам. Спокойной ночи, мальчики. Доброе утро. А чему это она? Не знаю. Наверное, тебя испугалась. Опять Лего. Эй, мама, мама, очнись. Что здесь вообще происходит? Кто это? Мам, это мой Эмит. Игрушка. Игрушка? А почему она такая огромная? Сам не знаю. Я проснулся, а Эмит уже такой. Замечательно. Сначала ты, Лего, потом Диана, потом ты с Дианой, а теперь вот это. Что будем делать-то, а? Мам, да ничего не надо делать. Он мне и таким нравится. Нравится? Ну, как знаешь. Твоя игрушка. Вот и разбирайся с ней сам. Эмир, все-таки крутишь, ты стал таким. Да, мне самому нравится. Раньше все было таким огромным. А теперь это такое маленькое. А давай во что-нибудь поиграем. Я не знаю. А во что обычно люди играют? А давай в Лего. Здорово будет. Лего играет в Лего. Отлично. Пойдем. Смотри, Эмит. Эту фигурку соединяешь с вот этой. Вот так. Ага, понял. Не получается. Руки не могут схватить. Ничего, попробуй опять. Ага, попробуй вот этой рукой. И это не получается. Детальки слишком мелкие. Значит, другую игру поиграем. О, в догонялки. Эй, догоняй! Не могу дарить. Я застрял. В догонялки тоже не удастся поиграть. Ну, во что тогда удастся? Прятки. Я считаю до пяти. Не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват. Ага! Эмит, тебя видно. А как мне спрятаться? Я больше никуда не помещаюсь. Ну вот, Эмит, и в прятки с тобой не поиграешь.
пойдет. Такое мне не нравится. Как это не нравится? Ты же сам сказал, что большой Эммет – это намного круче. Да, круче, но только поиграть с ним ни во что нельзя. Ну и что ты предлагаешь сделать? Вернуть Эммета обратно игрушкой. Нет, это невозможно. Теперь Эммет навсегда такой. Навсегда, нет. Навсегда, навсегда такой. Эммет! Нет, Эммет, верните мне нормального Эммета. Эммет, это был сон.